Челябинская епархия продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Накануне от Южноуральского храма Печерской иконы Божьей Матери вновь отправились большие грузы с гуманитарной помощью. На территории храма Печерской иконы Божьей Матери в гигантские фуры загружают все, что собрали фронту жители Челябинска и Сосновского района. В большой груз загоняют сразу два автомобиля – внедорожник и УАЗ-буханку. Еще один нужный подарок поедет своим ходом. Автомобиль УАЗ-патриот, который поедет в Токмак, и там будет передан разведчикам, которые несут боевую свою службу под Работино. Вот, он очень нужен, обратились за помощью. Вот, собран на деньги прихожан нашего храма, наших благодетелей, вот, помогли приобрести такую машину. В зону специальной военной операции отправится еще одна фура. В нее загружают гуманитарную помощь от армейской техники и маскировочных сетей до стерильных повязок и медикаментов. Семейная пара ушла на СВО Сосновского района. Они медики, полковой медицинский пункт. И тоже усилиями жителей Сосновского района, храмы, вот, купили им лекарства, необходимые средства, перевязочные пакеты, индивидуальные жгуты, вот, специально, чтобы им туда передать. В коробках всевозможные продукты – колбаса, аджика, печенье и конфеты. Инструменты для восстановления разрушенных городов – шуруповерты, бензопилы, болгарки. Вот здесь у нас находится 800 пар обуви демисезонной, повезем им, совершенно на обувь. Наш прихожанин пожертвовал, и 300 новых сандалий сейчас как раз людям будет это надо. Там есть волонтерский центр, будем раздавать. Отец Георгий давно координирует сбор помощи для СВО, но даже он впечатлен размерами этой партии. Для сбора объединились прихожане храмов Челябинской епархии, жители Сосновского района, даже школьники и воспитанники детских садов. Юрий Попов предоставил фуру от своей компании. Сначала помогал военным с друзьями, а сейчас делает это вместе с отцом Георгием. Сейчас наша группа, получается, как бы объединилась, и вместе мы собираем, корректируем, что нужно, сколько мы средств собрали, что нужно там парням, то есть уже контактируем с ними конкретно, ну и принимаем участие в доставке. Вот второй раз уже у меня как бы будет поездка туда. Южноуральцы поедут в разные подразделения. Сами будут развозить помощь воинам, от которых был заказ. Говорят, их ждут и всегда радуются встречам.